Вас как зовут? Меня зовут Настя. Ваш возраст 14. Почему нам 14? Меня, кстати, зовут Милана. Меня Настя. Настя, привет, познакомь, тоже Милана? Мою сестру зовут Милана. Но в детстве ты такая была немножко... Муа. Я про это почему-то чувствую. Я сам экстрасенс. Я экстрасенс просто немножко. Нет, наоборот. В подростковом возрасте, в таком детстве, я как-то была не очень. Сейчас больше. У меня просто ресницы опали, так я получше выгляжу. Потом ты уже становилась такая сосочкой. А вот так. Как? Настенька, сейчас карты возьму, что-то у тебя странности какие-то есть. Давай. В тебе что-то в жизни очень странно. Так, первая буква Г. Громова. Это другая фамилия? Да. А вы знаете, что? Да, но нет, не может быть такого. Так, БГУ, БГУ. Идут три буквы БГУ. Училась. Блядь! Это же смешно. 2000. Год рождения, скорее всего. Седьмое, 07. 06. А, подожди. Июнь, шестой месяц. 07, да, 7-06. Да. Угу. Так. Сама из Минска родом. Понятно. Получается у нас... подождите, у меня нет этих фоток. Блядь, это что... У меня нет этих фоток, я их, по-моему, удаляла. Это моя старая фотка еще со школы. Блядь, что? Я ж не уснула. А вам, скорее всего, не нужно общаться с одной подружкой. Какой? Кому? Нам вдвоем? Эмиля Плотникова. Почему? Почему? Есть такая? Да. А почему нет? Такая девка в будущем будет очень сильно гулящая. Она, наверное, такая сейчас, да, верно? Она верующий человек, очень такой спокойный. Она? Да. Она в клубы вообще не ходит, да. А в клубы не надо сейчас ходить, это в будущем все будет. Вам не по пути эта дорога, а то, что верующие, это очень хорошо. Этому нужно у нее еще и поучиться, я так думаю. Угу, охренеть. Сейчас, секундочку. Реально? Да. Да, это она. Это моя лучшая подружка в прошлом. Я и говорю, хорошо, что отошли. Особенно вот это. На этих фоток нет. Оно у меня есть. А это где-то на учебе, да, скорее всего?
Да. Введите Артём Кузьмин. Ещё эфир идёт, и мы там, да? В эфире.